Всем привет! Сегодня у нас будет видео бьюти тематики красоте и подарки к Новому году. Я поделюсь секретом, меня уже спрашивали, как я подбираю себе ароматы, покупаю я их онлайн, как можно вообще подобрать в интернете для себя аромат, потому что аромат — это очень тонкая такая материя, это очень трудно для себя самого, а кому-то в подарок вообще, я считаю, что невозможно. Я вообще считаю, что лучше, чем дарить парфюм какой-то наугад просто так для отмазки, лучше вообще ничего не дарить или подарить человеку какой-то сертификат куда-то, но не надо покупать парфюм, когда ты не очень хорошо знаешь вкусы человека. И в конце я вам расскажу, как я приобретала вот такой селективный набор прекрасный амуажи. Почему я покупаю ароматы в интернете? Потому что в Турции очень высокие, в принципе, цены очень похожи на российские, но в России на каких-то сайтах парфюмерии и косметики официальных бывают очень часто скидки, акции, клиентские дни, проще говоря. Клиентский день фирмы, например, я не знаю, любой там Tom Ford, минус 30% просто скидка. И в клиентские такие дни я покупаю ароматы. По возможности я, естественно, их слушаю здесь, на месте у себя в Стамбуле, потом онлайн где-то, либо в магазинах каких-то я покупаю и заказываю на российский адрес, потом каким-то образом привожу себе в Стамбул, в Турцию. В Турцию, как я сейчас понимаю, да, купить онлайн с другой стороны парфюмерию либо просто не везут на таможне, это очень проблематично. Можно попробовать, если кто отправлял посылку к себе из России, например, почтой России, и там у вас был парфюм, расскажите, были ли претензии какие-то либо вопросы на таможне, очень интересно. Я бы тоже думала себе так заказать. Просто ребята, у которых я заказывала вот этот набор, они могут отправлять в Турцию, в другие страны просто почтой России. Как вам выбрать правильно, не ошибиться аромат? Естественно, лучше послушать его в реальности. Я тот человек, который хочет слушать аромат, и его мне нужно поносить, понять, какое время года, какой вид одежды даже, какое у меня настроение подходит под этот парфюм. Я парфюмерию люблю селективную, не масс-маркет. Масс-маркет я имею в виду обычную люксовую, там, Lancome, Dior и все прочие, Chanel и все прочие дела. Я люблю люксовую парфюмерию, она дорогая, поэтому право на ошибку не так много, если так можно выразить. Ну или просто будет очень обидно, если прогадать и заказать что-то не то, так как селективная парфюмерия, она очень сильная, сложная, и она далеко не всем подходит. И потом передарить кому-то, чтобы это понравилось. Очень популярные марки, да, обычные такие люксовый масс-маркет, я это называю, да, эти парфюмы легко кому-то подарить, они многим подходят, они потому что направлены не индивидуально на гурманов, а такие популярные попсовые ароматы, попсовые намешанные ароматы, там шлейфы, это более просто подобрать, а вот селектив — это проблемка. Но возможность купить селектив с скидкой, это же тот Tom Ford 30%, тянет на покупочку онлайн. Как я это делаю и как вам советую? Я пришла к этой методике спустя несколько лет. Я четко знаю несколько парфюмов, ароматов, составляющих, которые мне нравятся в парфюмерии. Мне нравится кожа, замша, и мне нравятся цитрусовые нотки. Еще также свежесть бывает, но это уже в комбинации, какой аромат зависит. Выберите несколько ароматов, 2-3, может быть, больше до 5 где-то, которые вам 100% на любое время года вам нравятся. Изучите их состав, изучите их шлейф, какие ароматы там включены. Поймите, какие ноты вам в ароматах, вот в этих, например, в 5 в списке, перекликаются. И вы поймете, какая, ну там будет 2-3 ноты в принципе в среднем, которые вам нравятся и вас притягивают в ароматах. И когда вы будете в интернете что-то выбирать, основывайтесь на эту базу всегда. Или на шлейф там в описании будете смотреть, но на эти несколько, 2-3 аромата, именно там цитрусы, вот у меня, например, кожа, замша, какая-то там свежесть, иногда бывает роза, но это тоже от комбинации зависит. Когда есть, например, вот у меня секрет, цитрус и кожа в селективе, мне это, как правило, подходит. Либо, если это очень что-то сильное, то это на зиму, что-то послабее, на весну подходит. Так что у меня вот такой ориентир. Когда эти есть компоненты в парфюме, очень процентов 70 уже, что я не ошибусь, и мне это процентов 70 вероятности, что мне этот парфюм подойдет и понравится. И еще обязательно найдите то, что вам категорически не нравится и неприемлемо. Выпишите себе список, его где-то можно в телефоне хранить, какие вам нотки ароматов не подходят категорически. Вот, например, у моего мужа и у меня это табак, мы вообще это не переносим. Но я иногда могу, у меня нос более, у меня муж очень узконаправленный, он любит ароматики попроще, вот этот масс-маркет какой-нибудь, у него есть определенный набор
парфюмерии, которую он любит. И шаг вправо, шаг влево, если там где-то есть табак и либо древесные ноты, ни под каким соусом парфюм ему не понравится. Потому что мужа я тоже покупаю онлайн. Я всегда смотрю перед покупкой, что там в составе, какая таблица идет, ноты какие в ароматах. Вот у мужа вот такой список, он это вообще просто не переваривает. Уже 2 или 3 раза я ошибалась, когда чуть-чуть ноточка, какая-то там просто чуть-чуть остается какое-то послевкусие древесное. Все, ни в коем случае ему не понравится. Это очень легко, скажем так, выучить, понять, и просто надо этим задуматься, почитать в интернете, полистать составы парфюмов, вы поймете, что вам нравится, что не нравится. Так сразу просто делать заказ в интернете. Далее, перейдем к тому, где я что покупала. Я вам уже рассказывала до этого, для того, чтобы покупать селективную продукцию, конечно, хочется изначально что-то потестить, понюхать, послушать какие-то ароматы. Поэтому я решила заказать себе от Леванты. Но столько подделок, столько всякой фигни. В интернете это очень трудно сделать. Когда вы выбираете сайт онлайн покупок для парфюмерии, сразу вбивайте, параллельно открываете окошко Google и пишите отзывы на этот сайт. Я чуть ли было очень популярных парочку, не буду делать плохую рекламу, которую блогеры рекламируют, они блогерам отправляют оригинал, а у тебя есть возможность нарваться, например, на подделку. Все это в интернетиках наших любимых, в комментариях, в рекомендациях, отзывы у людей у всех есть. И популярные несколько сайтов существуют, на слуху, короче говоря, у блогеров, которые бы я бы думала на них заказать, но я до покупки додумалась зайти в отзывы. Отзывы негативные, просто есть хорошие, 50 на 50, например, и где есть 50% того, что тебе пришлют нормальный парфюм, и 50% того, что это подделка, я никогда этим сайтом не воспользуюсь. Я выбираю сайты, либо там странички какие-то, интернет-магазины, где практически, 90% или вообще никаких нареканий нет по поводу подделок. Свой вот этот парфюм я заказывала через онлайн-магазин, странички в Инстаграме, я на них ссылку оставлю под видео, может кому-то надо. Я не гарантирую, что там 100% у всех нет подделок, но я о нем узнала из маленького блога, у блогера, который не супер там миллионы подписчиков, несколько, ну, десятки тысяч подписчиков, то есть без, нет, не привзятого. Но у меня были сомнения, что они присылали на обзор, скажем так, на рекламу, за рекламу парфюма селективно этому человеку. У меня были сомнения о том, что может быть, все-таки какая-то доля здесь есть, да, что-то может быть нечисто. Поэтому я сделала заказ, они не знали, абсолютно анонимно, мне никакой подделки не пришло, заказала я вот такой набор от Amouage. Их 2 формата есть, у меня, видите, темные бутыльки, здесь такой тяжеляк самый, сильно пахнущий. О боже, я так открыла, даже сейчас ароматы веют прекрасные. И есть 2-й набор, более с прозрачными белыми, где-то перекликаются парфюмы, более легком варианте, что-то такое попсовое, более легкое, тоже Amouage. Такой набор у них, Discovery набор Amouage, он еще, кстати, есть на сайте Цума официальном, но его никогда нет в доступе, я думала сначала там официально купить. В этот набор входят Lyric, Epic, Memoir, не знаю, как правильно там ударение стоит, извините, Honor, Interlude и Beloved Woman. Этот весь, все такие же наборы такие, есть и в мужском варианте. И вот в чем прикол, да, я люблю поносить, походить парфюмом, понюхать его, повкушать, послушать. И я, кстати, нюхать и слушать абсолютно одинаково использую. Мне кажется, так и так, в принципе, правильно. Давайте начнем по порядку, немножко дам характеристику, но не по нотам, какие вы можете найти в интернете, это сами почитаете. Beloved. Это явно не мое, это а-ля Красная Москва. Очень похож на этот аромат, несмотря на его светлый такой, я не знаю, что там. Я не читала особо его ноту, не помню, но явно не мое. А вот Interlude, это находочка, скорее всего, я его приобрету в полном формате, который в голубом таком темно-синем цвете. Здесь есть кожа, ладан и апельсин. И это однозначно мое, это тот аромат, который я на себе не чувствую со временем. Я просто вкушаю, я кайфую. Honor, очень популярный попсовый на данный момент аромат, вот это в белом флаконе, я думала, что мне вообще не понравится, он очень легкий, скорее всего попсовый, но оказалось нет. Это очень легкий, интересный аромат, здесь тоже очень неплохая стойкость на 6 часов, но не супер убойные какие могут быть. Чем он мне нравится? Здесь легкий цветочный налет такой есть. Я цветы особо не люблю, но вот в этой комбинации абсолютно неплохо. Немножко роза чувствуется, что-то там еще было, но это такой легкий цветочный парфюм. Memory, собственно, из-за которого я и делала заказ. Пардон, не знаю, как там правильно ударение ставится. Черный с серебряной крышкой.
Ну, это однозначно мой зимний аромат. Я думала сначала его купить, потом подумала, нет, все-таки куплю какую-то, ну, такую миньку, чтобы потестить его и поносить. Ну, это уже сильный табачный аромат. Здесь есть табак немножко. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. И он есть в мужском варианте. Мне кажется, он абсолютно и реально унисекс. И этот аромат может использовать даже вот в женском варианте мужчина. Боже, я его просто кайфую. Ну, здесь спрея не хватает, конечно. Следующий тоже мой любимчик. Темно-зеленая бутылочка. Это Эпик. Тоже мне понравился. Я от него тоже кайфую. Это кожаный аромат, но уже с нотками, так не зря у него такая зеленая бутылочка, потому что у него уже нотки такие растений немножко идут, какой-то травки-муравки, но при этом не дешево, абсолютно ненавязчиво. Он для меня тоже эпик на уровне вот этого Honor. По легкости, по ненавязчивости я эти два парфюма могу спокойно, не очень жаркую, но в летнюю погоду использовать. Скорее всего, я вот уже думаю их тоже приобрести в полном размере. И Лирик, этот темный, также у него такой бордовый флакон. Мне еще нравится, забыла название, в красном флаконе, это 100%, но его нигде в наборах нет. Я его, наверное, куплю просто без тестов, без носки какой-либо, потому что мне очень нравился. Я вставлю сюда фотографию, если не забуду, я забыла просто, как он называется. Так. И вот Лирик я вообще еще не распробовала, я его не чувствую. Это тоже какой-то шипровый, мне кажется, на а-ля Красная Москва. Но что-то я еще не поняла, более какой-то мужской. И мне этот аромат вообще непонятен, я его очень мало тестила. Таким образом, приобретя вот этот набор, я точно знаю, что этот я не приобрету. 1, 2, 3, 4 парфюма я приобрету в полном размере. Из 6 только 2 мне не подошли. То есть это потрясающий набор. Я тот человек ароматов, когда я утром просыпаюсь, если даже мне никуда не нужно идти, я там, не знаю, подведу бровки и все в таком роде, да, дома для себя я наношу на себя аромат. Для меня это терапия. Я обожаю запахи. У меня запахи ассоциируются с событиями, с людьми, с вещами, какими-то с эмоциями. И когда я просто хочу себе хорошего, приятного настроения, я подхожу утром к столику своему, беру этот наборчик, достаю какой-нибудь парфюмчик отсюда, наношу его на себя, хожу, благоухаю, просто делаю какую-то домашнюю работу. Просто ничем не занимаюсь. Мне просто кайф от самих ароматов. Я фанат. Я обожаю понюхать что-то, послушать. Так что я советую, как вот к Новому году подарки для тех, кто, если вы знаете, у вас располагают средства к такому подарку, вы знаете, что человек любит парфюмы либо тяжелый люкс какой-то, это будет очень крутой подарок. Если бы мне его не сама себе, а кто-то мне его подарил, я бы была бы счастлива, потому что здесь есть выбор, здесь 6 разных ароматов. Если какой-то не понравится, не так страшно, его можно кому-то подарить, либо там не использовать для коллекции, для коллекционеров. Если кто-то в вашем ближнем кругу любит такое, присмотритесь, это очень крутой подарок будет. Я видео оставлю ссылку, и опять скажу, это никакое не спонсорство, это просто мой хороший отзыв, где действительно доставили неизвестному покупателю оригинальную продукцию, с 3 пробника мне по 2 мл маленьких миник на пробу положили. Огромное им спасибо, мне было очень приятно пользоваться услугами этого магазина, я и вам его советую. Вот за заказ этот никаких нарицаний нет, шел он мне.